अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। Сейчас Шандивича желает это бидди. А бидди значит знаете? Императив. Императив, да. Бидди means увидеть вообще, да, пойми, пойми, а здесь постигни. Знать, быть дату в кино, быть день, знай, а? Да, узнай, да. Узнай, а? Ена, сарбами там, то там, ена, как и падет. Ено. Какой падеж? Это третий. Значит, песенный джал нужно знать. Ено сарбамидам татам. Татам грамматикал знаете? Какой глагол? Тогда мне очень ясно. Глагол знаете? Не знаю. Похоже. Глагол вкус. Забыли. Тон датук то тон, тоноти. Тоноти уже читали. Пастанет. Тоноти. Пастанет. И получается так. Это в середине род. Идам сарбам татам. Идам сарбам татам жено. Кем это все останет, а? Спред. Парбейтед. Парбейтед, знаете. Парбейтед, знаете. Все места канат, а? Распространяется? Да, да, да. Кем это все останет, а? Останена. Распространено. Да, распространено. Его тот, его бидди, тот это тарипадес. Его обинаши бидди. Знаете, это неуничтожение, знаете, империшево. Кем все распространено, все, а? Ему узнаете, как не уничтожение, а винаши. Винаши, винашо, винашо means destroy, а? Уничтожение, а винаши. Это тот обинаши, тот. Тот тарей падеж, обинаши туже тарей падеж. То обинаши де тарей падеж. Это какой род знаете? Середины род. Тот середины род тарей падеж. Обинаши как бари. Вари барини барини, бари барини барини. Поэтому обинаши так дали. Не бешенка ничего. Но это просто останет все. Его знаете, не уничтожение. Потом бинашам плюс обвесе. Осе. Осе обвесе бинашам. Но кащит как-то может быть. Ось все, бо все винашом.
то отбоя, отбоя, знаете, неизменны мои. Сто неизменны мои, ибо уничтожения никто не может за нас. Картум арахати, арахати means на шакноти. Никто не может его уничтожения за нас. Ну так. Ощо, бэщо, винашам, но кащит, картум арахати, никто, но кащит, никто не может за нас. Уничтожение не может, никто не может делать, это не уничтожение. Не уничтожимо то, чем этот мир распространен. Не приходящий уничтожение желать, никто не может. Не приходящий. Не приходящий, значит, не изменивай. А? Ну так. То сегодня так остаться. Это атман, это брахман, называют отбоя. Не. Поэтому он будет. Не изменяет никогда. Как есть, всегда есть. Говорит, что есть все. Без денег. Но никто не может желать ничего. Так и говорит, ваш атман такой. Поэтому никто не может его.